А начнем мы с циничного поступка, того, что находится за гранью понимания любого нормального человека. То, что мы сейчас покажем, случилось в Санкт-Петербурге. Сегодня, в час дня. На перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов водитель, это был молодой мужчина, и, как утверждает автор видео, он избил пожилого петербуржца. Он ударил его за, как пишут очевидцы, за то, что мужчина якобы не уступил ему дорогу. Мы еще раз покажем этого человека. Он уверен в себе и решителен. Считает, что может отстаивать право на дорогу, избивая других. Видео вызвало шквал негодования в социальных сетях. Не исключено, что эти кадры заинтересуют и правоохранительные органы.